приехали в музыкальный магазин, который называется Sam Ash. В этом магазине можно купить любые музыкальные инструменты, а также можно взять музыкальные инструменты на прокат. Почему мы сюда приехали? Потому что в прошлом году наш сын играл на трампет. Он занимался в школе. Вот. А в этом году он хочет научиться играть на тромбоне. В прошлом году мы трампет брали на прокат. Есть специальная система скидок для проката инструментов для школьников. Вот, чтобы не покупать, а разобраться, будет ребенок играть, не будет. И сегодня мы хотим взять на прокат тромбон, на котором он будет учиться играть. Сейчас вот нам специалист покажет, расскажет, что почем, какой хоккей с мячом. На прокат можно взять любой инструмент, какой вам нравится. Еще мы в прошлом году брали дочке гитару с удовольствием на прокат. Вообще можно просто попробовать, будет ли ребенок заниматься. Вот. И потом в течение месяца, если ребенок или взрослый, если ты определяешься, что ты будешь, тогда уже со следующего месяца будешь платить. То есть первый месяц прокат инструмента под залог просто бесплатно. Вот. И, как я сказал, для школьников специальная программа. Если ты говоришь, что ребенок посещает музыкальные классы в школе. Вот такой интересный магазин. Так что сейчас будем брать. Потом, может, еще расскажу, сколько это стоило. Трампет обошелся что-то около $100 на учебный год. Вот. И Sam Ash вот с таким вот тромбоном. С таким тромбончиком. И мы не стали его брать на прокат, а мы его купили. Потому что... Почему? Оп. Видите, как оно все тут... Хитро. Так, сейчас я подложу чем-нибудь. Зайка, дай мне что-нибудь, бутылку пустую, маленькую. О, опирай. Вот, вышли вот с таким тромбоном, абсолютно новым. В общем, решили мы купить, потому что, схема получилась следующая. В прошлом году мы брали трампет, он обошелся нам... За год где-то около $100. Рент, как я вам сказал. И, наверное, мы его могли бы купить, может, чуть-чуть за большие деньги. И потом, если бы мы хотели, мы могли его себе либо оставить, держать, так сказать, в семье. Вот. И получилось бы то на то и вышло. Вот. И поэтому в этом году мы, когда узнали, сколько будет стоить рент, и сколько будет, если купить, то получается, если вы покупаете, и вдруг вы передумаете и решите вернуть, то можно, в принципе, вернуть. Если мы его взяли в рент, то мы бы заплатили, грубо говоря, $300, и по возвращению $100 забрали назад, получился бы нам рент $200. Сейчас мы его купили за 265, да, и если мы вдруг решимся его вернуть, и Антоша решит не заниматься дальше, вот, и иногда не музицировать, не держать его в семье, то можно получить назад где-то порядка тех же $70-100, в общем-то, на то и выходит. Поэтому мы решили, лучше мы его купим и определимся уже, остается он, так сказать, в семье или не остается. Вот, собственно... А еще есть возможность, если... Даже через год он тут передумал играть. Как я рассказал, да? То мы его возвращаем, и получается, как будто мы его взяли в рент. Ну, в общем... Но он новый, арендованный, уже да. Не новый, получается. И он не останется у нас. В общем, дудка знатная, называется тромбон. Блин, вообще, очень-очень-очень новая, очень знатная, очень прикольная.
Оп, сейчас. К этой же дудке еще идет вот такая палка. И перчатки. И перчатки. Конечно, я все это говорю какими-то, ну, вы понимаете, непонятными словами. Конечно, это не палка и не дудка. Все это в целом тромбон, но просто... Просто это все очень... Мы не имеем музыкального такого. Да, я не могу сказать, как называется вот эта вот палочка, которая двигается. Вот. В комплекте, как вы заметили, шли белые перчатки. Ну, вот это вот я показывал вам вот штуку. Это. Вот, в общем, все получилось, да, модно, нарядно, молодежно. Вот такое приобретение. И еще у нас дочь хочет играть на барабанах. И мы открыли для себя очень интересную вещь, что можно купить ударную установку. Вот, ну, о ней, наверное, позже, в другом ролике. А сегодняшний поход закончился покупкой тромбона. Вот, да, в эти $265, которые он стоит, входит $25 сервисное обслуживание на 2 года. То есть его будут чистить, там, если что-то надо подправлять, настраивать и смазывать. И бла-бла-бла. И это дает возможность иметь 20% скидку на ремонт, если вдруг он... Что-то... Грубо говоря, если Антоша распсихуется, коленку его сломает, то нам его поремонтируют с 20% скидкой. Да. Вот такие дела. Так, пока папа покупает барабаны для Катарины. Саша. Привет. Привет, Зай. Давай, давай, работай. Ага, сегодня мы становимся счастливыми обладателями барабанов. Саша, скажи бабушка привет. А? Скажи бабушка привет. Привет, бабушка. Мы сегодня снова в Сен-Аш, в музыкальном магазине. И мы покупаем вот эти барабаны для нашей дочери. Это комплект электронных барабанов. Она мечтает на них играть. В прошлом году она хотела играть на гитаре, мы ее взяли. Поиграли месяц, и в течение месяца можно вернуть и получить полный возврат денег. В общем, мы потренировались немножко. Наверное, она еще не созрела на тот момент к гитаре, и в этом году она решила попробовать себя на барабанах. Поэтому мы выбрали вот такую вот ударную установку начального уровня. Это вот эта вот первая картинка. Она стоит порядка $240, и будет еще небольшая страховка, которая покрывает различные поломки, различные настройки. Ну, в общем, сколько получилось, мы скажем в конце. Вот, а это все такой вот большой музыкальный магазин. Вот здесь в специальном отделе, закрытом специально, хранятся гитары с деревянными деками, которые требуют определенного освещения и температуры. Вот, а здесь нам объясняют, что почем, какой хоккей с мячом. Вот как-то так. Ну, в общем, барабаны приехали домой. Счастливая барабанщица сейчас будет участвовать в распаковке. Так. Подожди. Опа! Что мы тут имеем? Так, почему нам дали порванную коробку? Это надо с ними разобраться. Вот. Так. Короче, тут написано очень много разных букв. Очень много написано, что есть. Ну, давайте распакуем. Катаринка хочет для начала показать вам палочки. Мы получили вот такие палочки. Ну почему? Что почему? Почему там такой, как American flag? Ну так это потому, что ты что, читать не умеешь? Он же написан American Classic. Oh. Это такой бренд. Их фирменный знак. Yeah. Давайте распечатаем это дело. Осторожно. Катарин, надо осторожно. Это опа! Саша, кис-кис. В общем, барабаны приходят. Я нашла accessories, pedal, drum. Pedal. Empty box? Это что, пустой бокс? Не, подожди, давай ты отчал это когда посмотрим. Давай посмотрим empty box. Это empty box? Ложи. Это пустой коробкой докомплектовали. Держи. Аккуратно. Держи, я буду разуметь. Это очень весело. Пустой коробкой укомплектовали коробку. Прикинь, и подписана пустая коробка, зайка, слышишь? Почему они так пустые? Почему
чтобы все коробки не болтались, которые с педалями, с барабанами и аксессуарами, они упаковали пустой коробкой. Окей. Так, ну хорошо, давайте посмотрим, что у нас в аксессуарах. То есть аксессуары со время лучше, чем мультибокса. Да, это точно лучше, чем мультибокс. Так. Надеюсь, там нету палки. Блин, мы зачем купили палочки, если палочки есть уже? Пусти, нельзя говорить плохие слова, типа... Короче. И вот еще нас... горе. Нас упаковали... Нас упаковали палочками. Наверное, специалист не знал, что в комплекте есть палочки, поэтому на нашу просьбу продать нам палочки, он нам ее очень быстро... осуществил и продал палочки. Да, Грей, я очень быстро распаковываю. Я не знаю, что это. Так, ну, в общем, в этой коробочке, вы понимаете, это проводочек, которым мы это будем все включать. Так, хорошо, коробочка. Почему книжка такая большая? Книжка большая, потому что с ней надо разобраться. Значит, у нас здесь, скорее всего, гарантийная и всякая другая аппаратура. Боже мой, как это все собрать? Я помогу. Я не сомневаюсь. В общем, очень плотная, очень конкретная инструкция по установке и распаковке. Так. Папа, может мы эту коробку не выкинем? Я знаю, что надо сделать. Конечно, мы ее не выкинем. Я это просто... Так, о! Есть очень хороший ключик для того, чтобы это собирать. Это хорошо. Какие-то вот такие вот стяжечки. Это тоже хорошо. Куча, просто куча вот таких вот проводов, которыми это все надо будет подключить. Давай, Катаринка открывает палочки. Ну, зато вы сможете вдвоем играть. Мне больше нравятся, какие мы купили. Они не такие фека, и они не такие большие. Мои юки очень маленькие. Сравним. Ну, они практически одинаковые. Близко. Только одни брендовые, посмотрим... а вторые не брендовые. Нет, ну ничего, держи. Он сказал, держи, держи. Он сказал, что эти палочки для начального уровня очень хороши. Так, давайте смотреть, что дальше. Так, вот это оставим, а вот это мусор. Подожди. Модуль 1. Не так. Почему? Вот так вот. Что у нас в модуле 1, посмотрим. Вау! Все. Я знаю, мы, Зайка, дальше не будем открывать. Это, собственно, электронный прибамбас. Ну, вы потом все увидите в собранном виде. Собственно, наверное, это и есть наши барабанные мозги. Так, смотрим. Мозги. Смотрим, коробка Drum X2. Смотрим, что в коробке Drum X2. Там Drum. Стой, я сейчас чикну. Не надо, держи. Оп. Drum X2. Это у нас лежит. Не могу. Да, я дошла. Собственно, у нас здесь лежит. Я могу туда что-то. Опа. Вот так вот. Здесь у нас лежат два барабана. Упс. Один. Я не знала, и, они не второй. Были закрыты. Вот это такой вот барабанчик. Я сразу не боюсь. Один. И барабанщик второй. Не, давай, Катаринка, их пока положим, потому что мы должны знать потом. Да. Еще один драм. Папа, дашь ему что-то? Держи. Сложи аккуратненько, подожди. Так, в этой коробке у нас что идет? Еще один барабанщик. Я эту коробку. Давай. Держи коробку. Опа, так. Здесь у нас идет вот такой белый барабанчик. И еще один черный барабанчик. Красивые. Открывай, положим вместе. Так. Это идет сюда. Это идет в мусор. Переворачивай еще раз. Надо так открыть. Давай откроем это так. Раз. Вот отсюда. Открываем. Voice of drums. Короче, стой.
Это, наверное, не драмс, это, наверное, тарелки. О, папа, они там внутри, за этим. Там же дейтики за ней стоят вместе. А тут где-то вот это вот, что вы не видели? Это у нас идут... Это не драмс, но это что-то, вы увидите. Да. Это, наверное, тарелки. Ну, ребята, мы не будем сейчас вытягивать, чтобы нам потом не перепутаться. Потом это все увидим. Так, это у нас две педали. Да, мы не будем такое открывать. Мы одну откроем, покажем. Давай, держи коробку. Двоечек. Оп. Так, это... Отлично, сейчас ты ногами. Блин, какая она тяжелая. Офигеть. Ну, вообще профессионал. Опа, смотрите, ребята, вот такая классная педаль. Сейчас я вам покажу. Нет, я не подумаю, ну. И она будет исполнять. Исполнять будет то, что должна исполнять. Можешь положить ее в пакетик? Так, значит, вторую педаль не открываем. Она будет такая же. Одна педаль у нас для тарелок, а вторая педаль для барабана, для ритма. Ну и вот, собственно, вся конструкция. Я очень рад, что она собрана. Нам ее надо будет подогнать только по размеру. Вот, поэтому сейчас рекламная пауза, и потом, когда соберем, покажем вам уже собранный, да, собранный барабан. Как ты сказала, Катаринка? Commercial breaker. Я думаю, что это кофе брейк. Не, commercial. Я понял. Макарона брейк. Все, увидимся на собранном барабане.